Проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске необходимо построить конгресс-холл, нужна реконструкция дорог и инфраструктуры. Об этом сегодня в Новоогарёво на встрече с Владимиром Путиным сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Региону предстоит перестроить и воздушную гавань. Аэродром будет отремонтирован за государственный счет, а здание аэровокзала на средства частных инвесторов.